Сайынгы куяс күннерге аммаға олимпик лағыр серегер отугара жоғыз бизнес айгетегері туризмы сайынларыға намыт форум болан аста. Тирайынгы жоқускай кораттан, элинәңір улыстырыттан, горнайттан, намыттан, сунтарттан, сүйіз отут кейк әлін күттігінулла. Развитие туризма сфере малого бизнеса ден. Бу сыйлы соруға ден, бу хақа херегер аммалуғығар чолан туризмы айынларыға күштәг лабораторар. Манна образовательная сессия, была стратегическая сессия, и площадка нам была турар, бегаями, да, уже мероприятия был бутра, нетворкинг был бута, мастер-класс, ресторатор, да, календара, состырга, даже столга, хайда салфетка, ну, урага, юре, питре, ухана, даже костюрга, бухарага, девика, усадьба, атласов, хайн календар, орто дойду, кальбите, блин, тургунан, тогус, улус, календар, он на джигурской коротке. Оно тогда на сюжетен такая организация, дарит тогда на предприниматели крен туралдар, она тогда на тебе выполняла биеха хурбе турбаза блигинли турар, он на биес турбаза эби ахлыхтах. Бу форум кометунен биеги турбазалар бут статухун урдетен тугун каян Умрут тахар услугаларын жойды үлелетәрі бит, сыйлах сұрқтағы бара тұра бұд. Сегодня основная задача наша – организовать бизнес, объединить их и дать возможность им для реализации своих проектов. Мы сегодня ведем деловой форум. Он входит из 9 районов и города Якутска, где принимают участие более 70 субъектов малого и среднего предпринимательства из различных секторов экономики. Сегодня мы на территории Амгинского района с отличной погодой, и предприниматели, которые принимают участие, они довольно-таки в хорошем поднятом настроении. Туризм сегодня на повестке у правительства республики, у всех районов, поэтому я думаю, что по результатам форума должны родиться новые идеи, должны родиться новые отношения между субъектами МСП и родиться, конечно, новые крупные инвестиционные проекты, которые будут заниматься централизацией туристического потока в районах. Предпринимательство гайды там того на. Вот, бо манна форум на ребігі там біля, бо пандемія нігер глана і лустарна не теретівіт. Учу я єдін, бо холоб ребігі манна, бо кін, онна, бо ліна, бо енгерінен олорор предпринимательдер, бо лустартан келіх тереді гадавы пыт. Оно бо бігін күнне ка тоғыс улустан келен кітті гаджылара тоғыс бігіренер, тоғыс улус онын жүгіскай корад. Ага, ол курдук бұхунтар улуғыттан предприниматель келі гаджар, алдан курдук эмиграх улустан, ханаластан, намтан, меня ханаластан, чурапчеттан, усмай улустараттан келен бұ кітті гаджылара улустан үйердер деханада. Мастер-класстарға ме бігей бұ тоқтары, ассоциация гостеприимствоны кітары кепсетенмі көрді хэмі то такі нербо тон хүрдеяхамі компетентні жон нурағалан іппіттар олус үшуі. Үз күннәқтара хэнгі мастер-класстар, анал үйрәқтар үлі бұланын бұлағаққалар үлілетілер. Кіттачылар хамандаларға рақсаны бұры екі мүскәтілері опыт үлілігінділер. Бәм администрация үлілігі, чүрікчілігі. Онда бұл маны істәмін білен мен келен құрттарамын. Жоны күтті, қая, опытта жоны күтті, бізсен. Бәм тұр базар еқім бағары бұл. Чүрікчілігі осын әті темәті олақ ол. Олыны білері көрері, опыт астыға дейі көрді. Ото білім бұл идея атыстығыда дейі көрді. Баға ғана атыстығыда. Кем тоқ ғаналағын кәпсер, қамандылардың арағысты бұл. Онда кем тоқ арен бағарарын дейі көрді. Бәй бәйға идея әйті айын көрді бұл бұл дейі. Наға да ола, көшуге. Қамандағыды кімнеқ-кімнеқ балары? Ото Келіне барығыны бәр істі бұд. Қайдақ болықтағын осын әрізмес сенені маршыру дейін бәр сүйді. Осын интелігіне шөй бай бұд. Бұл мәндің әлдегер 5 база бар. Ол күрдің қатшылақ қая базата ғылайты Данилап Алексеевич. Бұл 10 ғасылыптан үрәлдейір. Осы тұр базылы бұд ұттан жүрі қайда тұралар, ол қаламан кәкке қалқалар бағылар. Ол құрдық бияға от келейді электрификация. Ұларған соғыс, оны ұттан бұл агрокластер болан, амма агрокластері болан мұд күйек бұдден бағаханалақ бұд. Оны ұттан
кекке тохтага водоснабжение. Беге республиканская кадровый конкурс финалисты работ таланты Якутии ден. Эпе республиканский конкурс он на команда Турсилодемит. Беге баланы именно содействие развитию сельского туризма в республике Саха Якутия. Проект он организует, он проект на тон комискемит тухалах тахсых подтисанывит. Он проект под тухалыга, бо сельский туризм сайдарыгар. Беге бу форумга дигинен харамангны идеттан били билси, уапсай урбаниктар тух проблемалахтарын, билсекел биппит, тух манныг мнениялахтарын, исте билсекел биппит уапсайынан беге. Оны бу билеген холобра бу агаях час түмігінен дебит күрдікті, беге әлбақ бажын нұры білбит, күрдібіт, урбаниктар күтті. Оны тух тиханаты бітеті, ты хахайсытты бата, ты бле туризма дехкаде, ты туризма. Олық сайды батаға бет, хахайригер, ханга жа сайдан олық бу оғолу, оғо күрді, ханга төрян олық сайдан улаатан әрер дебит күрді. Олығын баланы беге проект бит, олық олықан күйіс көме болықта ғынна. На форуме очень понравилось то, что у них была очень высокая организация. Они пригласили много людей для проведения мастер-классов, такие как кейтеринг. Также они проводили мастер-класс по костровая кухня была. Очень интересная была от усадьбы Атласовых. Прямо за душу взяла, так скажу. Там он показал очень интересные приемы, как приготовить именно уху северного типа. Добавил туда секретные ингредиенты, такие как сливки и паленое дерево. А нас, нашу команду из 10 человек объединила любовь к туризму. И мы решили развивать сельский туризм. В 2021-2022 году это новый вид туризма. И прежде всего туризм, он развивает село, он развивает сельскую местность, поднимает экономику села. И мы решили, что это очень важно для Республики Саха, для России в целом. На этом форуме мы очень плодотворно проводим время, мы заявили о себе, мы еще о себе расскажем. На этом форуме мы брали интервью очень интересных предпринимателей, с ними познакомились. Очень хорошая организация, нам очень все нравится, и поэтому мы благодарим, конечно, Министерство предпринимательства, Агентство по развитию туризма за то, что они нас сюда пригласили. Амал унжалтата туризм сайдытыгар ураты болгамта урана Короленко хайытыгар сир вот илан рекреационный кластер терьер бағалах. Табихи улуска негенен условия туризм хайдарыгар барыта бар дебин. Того деда хатан юриспит тағаны, айлқавыт тағаны, барыта хэпті бэхэр. Онда там бірін туристарға бихи туризм етюр, дерактнар жонға сердері көрен ғылалдыргар көмелі хэбют. Олар дальневосточный гектар доволдун, личное подсобное хозяйство доволдун. Он на доведение туризма ми сидели лехтерен сёп, холру уговор басидели. Он на то нюкше республика тютя молотуга. Туризм это тюркеме. Тебе ведь, манне бизнес инкубатор бы тюли дилурор. Он на табгастах идели холру бы Короленко хаятну дюр бериген. Туристический рекреационный кластер день сир. Ылыбыт холобра лесной фондаттан ол ону төлеға келдер ехтәқпет. Бүгін манна форумға ону презентация ону ұқтақпет. Бүгін манна бұ туризметін өнжеріктанар ұлыған тәлеттәдер бағылар. Кеннер көрінлер бәдерін тұн ханаларын тұн манна тәнлер, бағарар болақтан тұн сирыланлары ме туризмларын бір ханескатын манна маға арияқтанын сөп. Байылғы бала форумы тұруларды бүттен кепсир кепсенер бит, кепсечи жоннор бут, барта жиңнак практиктар. Алехим болан опыт атастагы, кеге кеттен өрөнөр. Бар мучулай тага зачем я забиртать велосипед ден. Ол салттан сороктан бу бебет сахалар туризм эгетигер билдир хамсыр жоннор бебелерин опыттарын атастастыннар ден. Оны хас бидди улуска тустус пайник бебелере успешной практикалары ланнар таргаталларгар сайдаларгар ден сыйлак сороктак бу форма ордубут. ТРК Амматовнан әттәққа бұлырын мастер-планы жоңға ғылдан тұр. Бүгін оны сегілі кеп сеқпет. Ол қамыта, білген қанық қайысқа кәлін тұрара, қанық тағымға тейбіте
Оно бүгүнчө мүгүн бартын кепсерин берихпит, рытыхпит, тох сылаган соруктаган кепсехпит. Опсайнын кластерный развитийден самоголугу ден болар. Бе улус жоно бэбит улус путур туризмат кантан хайдыктагын, кая карайскандан барыктагын, кандан кандык сирдерге точки роста бар боларын олуну баары ден болар. Сүймердир документ. Онтон сеттерин була бу бе олуктак жонор бут бизнес артынандар онно бары эдемнектик бир сомого болгондор билектектер. Сыла хорго бол бар. Кытачыда раз кайышкынан тесилигер промышленностька орын тахарыга история сыгында туризм проекторын ордулары сынады састылар. В Амгинском Лусе вообще в целом вот такие, ну, допуск, в части допуск услуг. В целом Амгинский Лус, он прекрасен, как и сама Амга, она прекрасна. И в ней нужно только вот, ну, вот какие-то дополнения в части вот по, ну, больше комфорта, так сказать. Сама логистика, конечно, сложная, но вот природа, она очень красивая. Можно, ну, одним словом, это расширить возможности сферы обслуживания. Мы познакомились с теми людьми, которых видели только по телевидению, которых только читали и слышали, а здесь мы напрямую, скажем так, тесно познакомились, и они нам подарили те ключи вот в этом бизнесе, те ключи раскрутки, те показали нам, какие шаги сделать для того, чтобы продвигать, вот, например, свой продукт, это спортивный туризм. Почему мы сюда приехали, почему мы заинтересованы в этом? Лыжно-биатлонный комплекс был открыт в 2012 году по программе развития спорта в Российской Федерации. И с 2012 года в Алдан приезжают сборные России по лыжным гонкам, по биатлону. В этом году была открыта горнолыжная трасса протяженностью 600 метров. И для развития вот этого вида спорта, горнолыжного спорта, мы прикладываем все усилия для того, чтобы это на уровне спорта было. Но самое главное, наличие вот этой горнолыжной трассы, она прежде всего повышает уровень жизни якутян. Сыбы курдукту халақ күрсүйттен кыттачылар әлбәғе билен көрені, саха серегер туризм сайдытыгары күске үлелеғе болан тархастылар.